Крутой учитель Онидзука. Тамока! Учитель, не думайте обо мне! Бегите! Прекрати! Скорее! Они здесь! Сюда! Не с места! Стойте! Черт! Как это могло случиться? Урок 34. Хороший полицейский, плохой полицейский. Я должен доставить это? Да. Я хочу, чтобы вы доставили эти вещдоки в главное управление. А что внутри? Вам не нужно это знать. Есть. Вы должны следовать приказу. В ходе доставки будьте осторожны. Ни в коем случае не открывайте кейс. Это все. Я офицер Тосиюки Саэдзима. Доставлю этот кейс в управление. Почему мне доверили такой тяжелый кейс? При этом его нельзя открывать. Черт! Он открылся. Это же... Томоко стала красавицей. У нее классный макияж. И прекрасная фигура. Она заслужила титул королевы глянца. Она лучше всех. Да. Трудно поверить, что ее дразнили и поднимали на смех. Она упала. Надо же. Это же Томоко. Ой-ой-ой-ой-ой. Они что, правда покажут это? Такая большая грудь. Чем больше, тем лучше. Ага. Учитель! Я не знаю, что делать. Пожалуйста, помогите. Спокойно, Томоко. Ты не даешь Онидзуке встать. У Бенни. Ну, что случилось? Тебя не так просто огорчить. Мой... контракт могут продать. Президент нашей продюсерской компании в свое время натворил дел. Теперь он расплачивается. Один раз в уплату его долга меня взяли на вечеринку, где было много странных типов, а тут сказали, что я должна сфотографироваться голой. Что? Я ни за что этого не сделаю. Перестань, все нормально. Успокойся. Идем. Учитель, подождите! Томоко? Да? Твой менеджер Эйкити Онидзука покажет слабакам из этой продюсерской компании, как работает шоу-бизнес. Ура! Ясно, почему кейс был таким тяжелым. Там полно золотых слитков.
Надо наделать фингалов и сказать, что по дороге меня ограбила якудза. А когда все успокоится, выйду в отставку и уеду за границу. И все это золото будет моим. Кроме того, я буду получать пенсию. Как же потратить эти деньги? Можно махнуть на Гавайи и отжечь там с блондинками. А можно купить Мерседес, носить дизайнерские шмотки и жить на Рапонги. Ромео! Как здорово! Позвони мне! Вы чувствуете вибрацию в груди? Вам звонят? Точно! Могу завести девушку красивую, как Томоко Намура. Это Джульетта. Персако? Из интернета? Кто мешает мне мечтать? Тише! Хватит стучать! Не может быть! Здравствуйте! Я Томоко Намура. Сейчас? Привет! Что ты делаешь? Ты должен открыть дверь другу. Что такое, Икити? У меня к тебе просьба. Заходи, Томоко. Как поживаете? Вы Томоко Намура? Это правда? Я же тебе говорил. Она учится в моем классе. А можно ваш автограф? Конечно. Меня зовут Сэйдзима. Спасибо. Увидимся позже, сейчас я занят. Занят? Поди считал деньги. Вот это да. Как он мог догадаться о слитках? Вот это интуиция. Вот они! Откладывал, чтобы сходить в массажный салон, да? Точно, Икити. Ты такой умный. А что это? Что там? Ничего. Раз ничего, дай поглядеть. Не трогай, это мои личные вещи. Это золотые слитки, да? Это мое. Я ни с кем не буду делиться. Сэйдзима, ты... Господин Сэйдзима, это полиция. Сейчас открою. Не открывай! Не открывай! Но там полиция. Господин Сэйдзима. О нет, они уже здесь. Это якудза. Что ты натворил? Откуда у тебя золото? Это не твое дело. Значит, я спокойно могу открыть дверь. Это у тебя будут проблемы, если ты им откроешь. Вот так. Бежим! Что? Стойте! Томоко! Учитель, не думайте обо мне, бегите! Прекрати! Скорее! Они здесь! Сюда! И с места! Стойте! Их так много! Мы в ловушке! Черт! Как такое вышло? Учитель! Прыгай! Черт! Что? Черт! Я уж думал, помру. Простите, это я виновата. Нечего перед ним извиняться. Что происходит, Икити? У ее продюсерской компании проблемы. Я пришел в офис, чтобы обсудить это дело с президентом компании, Розовый слон. Но его уже не было на месте. Ты ударил одного из якудзы? А что, мне стоять и смотреть, если моя ученица в беде? Идиот! Мир гангстеров очень опасен. Ты же взрослый человек. Надо же понимать, что не все в жизни можно исправить.
Вот я и пришел к представителю власти. Я ничего не знаю. Если бы ты не пришел, я бы уже летел на Гавайи. Полиция! Я нашел золотые слитки! Идиот! Прекрати! Ты тоже занят чем-то опасным, да? У нас нет выбора. Объединимся? Согласен. Мы летим на Гавайи! Блондиночки, идем на вы! Вот теперь я сама по себе. Блондинка на Гавайях! Что ты делаешь? Где они? Вон они. Пошли. Эй, подожди. Мы что, поплывем на Гавайи в такой лодке? Ничего. С виду она неказистая, но гораздо быстрее полицейских катеров. У нас куча золота. Поплыли первым классом. С этим золотом нельзя открыто выехать из страны. О, нет. Они уже здесь. Бежим. Вон они. Стойте. Не уплывай без нас! Что ты делаешь? Прыгай! Скорее! Но... Тамока! Учитель! Поворачивай! Давай, Кейс! Скорее! Пусть повернут! Спасибо! Отлично! Золото мое! Сенсей! Жди меня, Тамока. Черт! Простите, можно вас спросить? Ну, что там? Что со мной будет? Не бойся. Ты очень дорогой товар. Тебе ничего не грозит. Но если не будешь нас слушаться, те парни умрут. Господин президент! Господин менеджер! Тамока! Прости, Тамока. Я причинил тебе столько бед. Мы не виноваты. Это все задумали они. Якудза делает вид, что помогает людям, но составляет контракты очень хитро. Не гони. Мы просто бизнесмены. Самое главное мы получили. Они нам больше не нужны. Может, бросить их в залив Кисараку? Что? Господин менеджер. Ну, что ты будешь делать? Кто это? Зачем тебе знать, как меня зовут? Можешь называть меня странник с гитарой. Учитель! Он опять пришел. Что нам с ним делать? Мы слишком далеко зашли. Нельзя останавливаться. Как все плохо. А что, он правда учитель? Что происходит? Понятия не имею. И что дальше? Онидзука! Я мокрого места не оставлю от тех, кто портит жизнь моей ученице. Все, хватит. А не то, перережу ей горло. Учитель! Вот так-то лучше. Онидзука! Саэдзима! Кто вы такой? Заткнись! Саэдзима, ты пришел! Конечно! Здорово! Они часто ссорятся, но когда один в беде, другой помогает ему. Значит, они настоящие друзья. Я не успокоюсь, пока не вломлю тебе, ворюга. Я хотел сказать то же самое. Как на тебя рассчитывать? Ты меня предал!
Вы что, забыли, что вы друзья? Друзья? Да он не знает, что такое дружба! Смотри, ты подменил золото. Кто поговорил? Ты меня в воду столкнул. А ты хотел украсть мое золото? Твое? Ты офицер полиции. Ты хотел украсть эти слитки. А что, полицейский украсть не может? Простите, вы мне не поможете? Что это? Якудзу ушли. Вы причинили нам беспокойство. Я решил, что вас проще взорвать. Учитель, там что-то странное. Странное? Динамит. Там стоит ящик с динамитом. Он взорвется через несколько минут. Я тут ни при чем. Откройте дверь. Выпустите меня. Постойте, я ничего не знал. Кто здесь самый главный? Черт! Мне есть что вам предложить. Золотые слитки. Это правда? Много золота. Простите, из-за меня у вас неприятности. Вы и так меня все время выручаете, а я опять попадаю в просак. Ты не виновата. Учитель, мы были знакомы не так уж долго. Прекрати, я еще не сдался. Когда мои ученицы в опасности, я могу стать сверхчеловеком. Иди, развяжи остальных. Да. Иките, давай золото. Не отдам. Дурак. Будем торговаться. У нас есть деньги. Мы сможем заплатить за президента компании. У нас нет выбора. Вот они! Смотрите, золото. Если вы нас взорвете, золото тоже погибнет. Плевать на золото. Я тут ни при чем. Выключайся! Черт! Не получается! Учитель! Ложись! Учитель! Сюрприз! Вы все еще не поняли? Томоко, что здесь написано? Скрытая камера со знаменитостями. Точно, это значит? Все, что с нами было, и долг президента компании, продажа моего контракта, и ночная погоня якудзы, и ящик с бомбами. Всего этого не было. Скрытая камера со знаменитостями. Сегодня мы подшутили над восходящей звездой Томоко Намура. Менеджеры и актеры легко обманули ее. Подождите! А как же золотые слитки? Слитки? Это они? Это настоящая якудза? Эти слитки принадлежат нам. Что теперь? Я не знаю. Отдайте их нам. Окружите их. Что это? Спасибо за работу, Сэйдзима. Шеф! Благодаря вам мы смогли поймать эту банду. Что? Слитки были платой членам якудзы за партию наркотиков. Значит, ловили на живца. Я так и думал. Я, офицер Сэйдзима, защищал золотые слитки, как только мог. К сожалению, несколько штук пропали. Это не страшно. Что? Ничего страшного. Это муляжи. Свинец, покрытый золотой краской. А как же Гавайи? Ночной рейд против якудзы. Отпустите меня! Я не из якудзы! Я учитель! А ну отпустите! Вот так мы смогли заснять арест банды наркоторговцев. Я крутой учитель, а не Дзука! Это документальная съемка? Вы попали на съемки скрытой камеры? Я ничего не знал.
В газете об этом пишут на первой странице. Тамоко Намура помогла арестовать банду наркоторговцев во время съемок программы «Скрытая камера». Стоит связаться с Тамоко, сразу начнутся неприятности. Это вовсе не смешно. Меня всю ночь допрашивали. Стоит девушке попросить вас, вы готовы в лепешку расшибиться. Хватит! Учитель, помогите! Тамоко! Фильм озвучен студией Камертон в 2006 году. В следующей серии. Если я решу выйти замуж, что ты скажешь? Замуж? Если она его и правда любит, не надо ей мешать, даже если ты ее сын. Но если она его не любит... Кунио? Ты, старик! Как ты смеешь жениться на маме? Ты выходишь замуж и ничего мне не сказала? До следующего раза.